До наших дней сохранилась традиция, согласно которой младший по возрасту или положению никогда не протягивает руку первым. Ее могут просто не принять. Поцелуй руки женщинам сохранился только по отношению к замужним дамам. При приветствии девушек ограничиваются поклоном. Манера целоваться при встрече с приятелями и знакомыми пришла к нам из Европы не так давно. До этого было принято целоваться только самыми близкими людьми. Сейчас же иногда поцеловать вас в щеку пытаются совершенно незнакомые люди. Как себя вести? Если вы хотите избежать поцелуя, протяните правую руку для пожатия. Чтобы во время дружеского поцелуя не столкнуться носами, запомните простое правило. Сначала подставляете правую щеку, потом левую. Если вам нравится целоваться при встрече со своими знакомыми, не лишним будет знать несколько правил. Недопустимо целовать мало знакомых людей в губы. Не стоит целоваться со жвачкой во рту. Совершенно недопустимо целовать при встрече врача, начальника, таксиста. Не стоит лезть с поцелуями, если у вас накрашены губы. Особенно последнее правило вам пригодилось, живи вы в 16 веке. Тогда в Англии гость целовал не только хозяина, хозяйку и их детей, но даже и их домашних животных. Если хозяин с хозяйкой деликатно промолчат про накрашенные губы, то домашние питомцы вряд ли смогут скрыть свое раздражение.